Какой я. Я не могу сказать, что хитрый. Ну, короче говоря, я теперь кнопки на айфоне все нажимаю носом. Да, переключаться там между видео, да сюда, и unlock этот, в смысле slide to unlock, вот это. Носом, хорошо? Потому что нос никуда не спрячешь. Да, это снега кучма целая. Ну, на машинках снег. Некоторые не хотят счищать снег, который не мешает. Сегодня не так или иначе давит, конечно, не знаю, сколько света много. Ну, наверное, давит. Больше вес как-то влияет. Ну, я даже не знаю, что по идее тут и на... С одной стороны, давит, конечно, притягивает, поэтому как бы изначально нужно больше, так сказать, приложить усилия, чтобы сдвинуться. Все-таки трение-то есть. Если не ошибаюсь, конечно, потому что я и туплю. С другой стороны, инерция будет выше. Так, он меня ждет, и ему красный свет. Так. Ай, боже мой. Ну что, по идее, еще дорога, просто ее не видно. По-моему, вот тут начинается тротуар. Потенциально. В смысле. Да. Снег в морду неприятно все-таки, конечно. Ну, чтобы было, можно было, в конце концов. Стоило ждать. Ой. Сейчас перейду, посмотрю, что там. Это как раз речку. И дальше уж не пойду. Именно по вот этому. Что-то открыто все тут, наверное, поэтому и... Ну, пространство относительно открыто, поэтому тут и дует мне. Потом пойду между этими зданиями. Серёг. Ну да. Я иду и тут пространство ориентирую, что вижу там сугробик небольшой. Так. Ну так-то не видно. Это вам еще пока не 3D. Вот Ян подрастет, может тогда уже 3D-камеры будут так. В телефонах. Тут я обычно... тут я несколько видео, когда поднимался, начинал снимать. Нет, обычно Майкл здесь сбрасывает, останавливает, ну... я иду домой. По вечерам, конечно, народу очень много в автобусах. Кстати, я пока ни одного автобуса не видел. Если мне не изменяет память. Сколько я уже иду? Ну, полчаса, наверное, где-то. Ну, не полчаса, но близко. Так что, интересно. Вроде бы должны автобусы были по выходному графику работать. Мне, конечно, выходной график действительно тупой. А в том смысле, что... Я раз жаловался, что на выходных что-то два автобуса, то и один ездит по всему маршруту. Ничего приятного, ничего не... Ничего хоть с ними. Так. Ничего нету, что ли, перейти или... Давайте тут перейду. Никого нет сразу там. Дороги чистенькие. Серьезно. Ну, не совсем. Достаточно, чтобы считать за чисто. И вон там речка. Лестница есть. Знаешь, здесь есть лестница? Ну, не знаю, вообще открыта или как? Да, подниматься можно. Вон речка. Ее не видно. Ну, снегом занесло. Мусорка. Хотелось подняться там. А нет, там дверь. Это закрыто. Если сюда пройти, там будет лучше на речку. Снега серьезно по колено. Он что, в сапогах несколько раз за всю зиму сапогинил. Не видно, собственно, речку. Поэтому. Снег. Снег лепится, очень даже лепится. Конечно, рукой-то.
Да, хорошо лепится. Так что... Ну, тут магазин. Я тут иногда затариваюсь. Про него, кстати, рассказывал. Ну, как я сказал, когда отсюда шел, по-моему. Здесь я видео это загрузил. Даже не нужно снежки делать, в смысле. Ну, так нормально. Рассыпается еще открытый, в принципе. Релакс у меня есть, молоко у меня есть. Так что по утрам у меня... На утро у меня еда есть. Еще. И... Что еще? А, кстати, печатки хорошие совершенно. Не промокают, даже сверху нету, на поверхности у них мокроты никакой. И снега, ну что, хорошие перчатки. Тут переход где-то. Но все игнорируют твои переходы. Ты перед тем, что там переходишь. Ветерок, кстати, стих. Давайте-ка пройду дальше. Может, таки с ним вылечу. Бум. Сейчас пройду. Пошататься пока по снежку. Не переходить. Это все электролиния. Линии. Помните, когда-то... как может быть, что прошло только 7 минут? Что-то странно, неужто? Ладно. Просто про эти линии, то что... Самая большая с ними проблема, ну как, типа, что в Америке они вроде на такие, на надземные, грубо говоря, вот на вот этих рогульках, которые стоят, провода тянутся. Понятно, что у них... Ну, это проблема, что как раз из-за любых плохих погодных условий это все может... Ну, не все, конечно, обрываться и все прочее. Знаю, при этом говорю и подними еду, но... То, что вроде бы в Европе, ну, с кем я, наверное... В большинстве, хотя вообще в большинстве, но в европейских, европеизованных странах, они все подземные, эти линии передачи, электропередачи. Что логичнее, в принципе. Хотя, конечно, если... Ну, хотя сейсмическая активность, это тоже фиг знает, как лучше. Не так темно, как iPhone показывает. Ну, он сам немножко темнеет, так что... Здесь проход должен быть. Его нет. Так, как же мне речку-то глянуть? Там, по идее, есть проход, я там могу там залезть и посмотреть. Так. Придется здесь проходить, что там, по-моему, не протоплено в принципе. По парковке пройдем все на этот расчищальчик. Ездит. Давайте следующую запись начну, а то уже полдевятого, восемь, короче говоря, полторы минуты до конца, до ограничения видео на ютубе. Давай.